Самым обсуждаемым событием недели стал глобальный затор в центре города. Виной тому укладка асфальта в будний день. Дорожники, вопреки протестам ГИБДД, приступили к работам на участке от улицы Парижской коммуны до Винбаума. В связи с этим было парализовано движение транспорта на перекрестке Мира-Сурикова. Автомобили стояли практически на всех центральных магистралях и коммунальном мосту. Не ожидали, честно скажу, не ожидали, что произойдет такое. В этом плане просчитались. Город встал, количество машин у нас ежедневно увеличивается. В Красноярске, наверное, в одном из российских городов самое большое количество транспорта на душу населения. Зато результат ремонта главного проспекта города автомобилисты уже оценили. На Мира снова волны. Дорожные рабочие сетуют, виноваты погода и транспорт.